еще одна коробочка и подставка. Угу. Подставку давай. Угу. Так, это что? Так, это шляпка. И какое-то украшение, видимо, да? Давай откроем, посмотрим. Так, это сережки. Золотые с бриллиантами. Ха-ха. Все, отлично. Давай обратно кладем. Сережки очень красивые. Сразу с париком, винтажный парик, антикварный. Так, шляпка у нас вот такая, паричок у нас антикварный вместе с пейтом, очень хорошее состояние, пойдет. Так, и корковый пейт, отлично, супер. Вверх ногами лежит. Запаковано не очень, но зато много. Всякой пленки. Ой, тапочек отвалился. Маленький. С маленькой ножки. Номер один. Она нуждается в переупаковке. В смысле, это брюхо. Это у нас репка. Но у нее антикварные ботиночки. Антикварное платье красивое. Красивая брошь. Это у нас красивая репка брюхо.